Ежегодно в преддверии Дня Победы во всех регионах страны проводится Георгиевская ленточка, всероссийская акция. И наш регион не исключение. Георгиевская ленточка – это символ победы, который мы располагаем у сердца, как знак и благодарность к тем подвигам, которые были совершены победителями в Великой Отечественной войне. Все интересное происходит, начиная с первомайской манифестации и заканчивая празднованием великого праздника Дня Победы. А то, что сегодня на площади происходит, раздача ленточки георгиевской, это еще один раз показывает на то, что никто не забыт и ничто не забыто. И что именно мы, российские люди, свято храним память о тех подвигах, связанных с нашими знаменами, с нашими триколорами, с нашими особенными знаками, ради которых люди шли на подвиг, защищая родину свою и оставляя, может быть, даже на поле боя жизнь. Георгиевская ленточка всегда была символом победы, уже много веков, еще со времен Екатерины. Но мы соблюдаем традиции, и спасибо за такую акцию.